Звание заслуженного врача Российской Федерации удостоен врач-уролог областной клинической больницы Саид Баситович Кабиров. К этой награде он шел 47 лет. Начинал свою деятельность в 70-е годы. Саид Баситович в бригаде скорой медицинской помощи. Позже работал хирургом, урологом. Затем четверть века заведовал урологическим отделением областной клинической больницы. Сейчас в силу возраста трудится в ординатуре урологического отделения. Это, я так считаю, высшая награда для врача. Практика. Оперирующий хирурга – это многое значит для врача. Это, пожалуй, высшая награда для него, как профессионала. В числе тех, кто получил заслуженные награды – художественный руководитель Оркестра русских народных инструментов Анатолий Антонов, руководитель Меленковской дружины ротоборцев Русичи Сергей Овсянкин, медицинская сестра Боголюбовской поликлиники Елена Пименова. Благодарности президента России за вклад в экономическое развитие получили ряд руководителей крупных предприятий 33-го региона. Совместными усилиями мы можем добиться многого, даже самых амбициозных целей. Уверена, что сегодня вручение государственных и областных наград действительно будет реальным доказательством того, что наш регион развивается. Также представители силовых структур получили ведомственные нагрудные знаки. Отдельного внимания и благодарности администрации Владимирской области получили слесарь Ковровского завода имени Дегтярева Илья Коробов и тракторист племенного завода Илькина Александр Акимов. Всего почетные награды получили более 30 лучших работников самых разных областей со всего 33-го региона.